Всем привет! Вот в предыдущем ролике, посвященном Дебиану, я написал там парочку там различных вариантов. Были все мои претензии по этому поводу. Ну и одно из них было то, что сеть не подсоединялась, пока там танцы с бубном не произвести, ряд программ не ставился, там TeamViewer не ставился, там и так далее. Вот, потом мне пользователи отписались, что и SystemBug тоже, практически, вот пользователь ответил, что, сборка не разворачивается, то есть SystemBug создавал образ, его нормально, образ грузился на виртуальную коробочку, записывался на флешку, а с флешки, он не устанавливался на раздел жесткого диска. То есть на флешке можно было работать как с полноценной операционной системой. С помощью программы SystemBug можно было восстанавливать из основной копии SystemBug в своем формате там все данные на жесткий диск, а вот сам изообраз на жесткий диск не писался. Вот такая была незадача. И вот команда на основе Debian 9, у меня их были сборки и Solid X и восьмерка, вот они сделали вот три человека. Вот, они, сделали Solid X. X обозначает X-Face, а K – KDE. На основе, Debian. Причем сделали так. Встроенный менеджер обновления, то есть через каждые полгода новый дистрибутив ставить не нужно. Не так, как 18.2 там Linux Mint. 18.3 уже надо по новой все ставить. Вот. Здесь встроенный менеджер обновлений, причем работает он у них ежеквартально. Вот. Сборка предназначается для персонального пользования, для благотворительных там всяких организаций, и для малого бизнеса. Очень такая защищенная. Ну, правда, узнать, из какой страны этот человек, что-то тут сильно долго-то не напрягался, конечно. Ну, кому-то интересно будет, узнаете, где он живет. Вот основатель Арджен Балфорд, probably. Ну, что-то тут такое вот немецко-австрийское или что-то. Не знаю, врать не буду. Вот. Сделали, очень такую хороший дистрибутив. Его, можно всегда, скачать в отделе загрузок. Вот, можно скачать SolidX. Здесь нажмете, скачаете, ставится нормально. Беспроводная сеть ставится очень просто, цепляется сразу. И практически большинство программ, где я жаловался, что у меня были танцы с бубнами в 9-м Debian, они здесь вот взяли спокойненько и встали. Ну, единственное, что я SystemBug не пробовал здесь. Ну, давайте посмотрим. Вот у меня на кладовочке на кроке. Возьмем сейчас в программах SystemBug. Скачаем, у меня была сборка. Так. Да. Вот и скачаем установочный пакет в формате TargaZ. Вот там 23 мегабайта. Скачается, я думаю, что не сильно быстро. А я вам пока дальше расскажу, еще немножко. Ну тут тоже вот имеется некоторая информация, линейка Unix подобных систем. Рабочее состояние активное. Исходный код пользуются они как открытыми источниками, так и закрытыми.
Последний, значит, релиз был. Первый релиз был в 2013 году. А последний вот в январе 2017 года. Вот, пожалуйста, написано «Домашние пользователи». Значит, «Малый бизнес». И, значит, непрофитные организации. Вот практически такая вот информация. Платформы, значит, делают на 2, на 30, 2 биты на 64. Ядро, значит, монолитное. Пользовательское право, значит, ГНУ. Под влиянием Debian стабильной и тестируемых, значит, стабильного и тестируемого дистрибутивов. Вот. Значит, в двух вариантах: Solid KDE и Solid X-Phase. Давайте посмотрим. Значит, вот у меня тут все это дело скачалось. Посмотрим в папочке. Вот давайте мы ее сейчас просто извлечем сюда. Вот SystemBug. Ну, в SystemBug открываем файлик README. Читай меня. Значит, здесь вот копируем вот эту вот команду. И в этом же окошке, находясь, открываем его. Чтобы в терминале можно было. А, вот, в терминале. И сюда, значит, все это дело вставляем. Он попросит пароль. Заведем парольчик. У меня тут единичка пароль. Что? Самый последний вариант, видите, он рассчитан только на Debian 8. На восьмерке, на девятке. На восьмерке SystemBug нормально работал, а на девятке вряд ли. Ну, наберу я циферку 5. Под номером 5 у меня идет Debian. Вот. И пошла там распаковка, установка и так далее. Вот. Скорее всего, будет та же самая петрушка. Уже пишут, что установил. Ну, давайте проверим. Дело такое, как говорится. Все легко проверяется. Так, администрирование. Ну вот SystemBug. Тут даже русскую локалку подцепил он. Конечно, спасибо, но с языком проблемы тут были неоднократные, поэтому я сразу иду в настройки. И язык меняю на английский. И подключаю вот галочкой, отмечаю вот эту вот еще вещь. Можно, значит, еще использовать и сжатие для файловых систем Squash. Можно и тут галочку поставить, чтобы образы создаваемые получались покомпактнее. Вот. Закрываем. Значит, здесь вот единичка. Ну и давайте пойдем в создание живой системы. Ну, вот у меня тут старый образ был. Давайте я нажму на новый. Создать новый. И пусть он его создает. Что хочу сказать вот о программе. Вот понимаете как? Команда. Три человека всего лишь. И они приспособили тот же самый девятый Debian для людей. То есть все программы, которые были заявлены, ну вот, может быть, за исключением SystemBug. Все ведь остальное это встало. Посмотрите. Значит, интернет теперь как представлен. Можно подключиться к Dropbox, можно к MegaSync. Ну, второй браузер я поставил, Google Chrome. Ну, паромчик стоит, там телевизор, Skype, TeamViewer. TeamViewer там, где я на чистом Debian там такие пляски выплясывал, чтобы поставить. Это ой-ой-ой. Встал сразу, безо всяких там проблем. Вот понимаете как? Думали о людях, о пользователях,
об их, как говорится, скажем, удобстве. Simple Screen Recorder. Встал в лед. Нормально встал. Ну, плеер, как говорится, там и видеоредактор тоже. Звуковой редактор. Нормально все стоят. То есть, вот, ну, самые такие вот стандартные, я, как говорится, говорю вещи. Вот. Офис стоит нормальный. Не шибко новый, но нормальный стоит. Опять-таки, вот посмотрите. Запускаю я Super Boot Manager, раз. Ну, давайте наберем у него единичку. Пусть он там думает свои 2 часа, вот на английском языке. Сейчас немножечко подумает. Вот у него такой значок будет. Значит, я его передвину куда-нибудь вот сюда, рядышком. Вот. Не все там у него, скажем, работает, но, скажем так, кое-что работает. Понимаете как? Ну, по крайней мере, основные-то программы пользовательские, они у людей, как говорится, заявлены и нормально работают. Вот и все. Паром хорошо работает, телевизор. Вот, этот групп менеджер выскочил. Значит. То есть практически. Ну, все самое необходимое для работы, вот лично для меня. Здесь есть своя программа, у них есть очень интересная для работы с флешками. Я называю их, как говорится, 2 в 1. Она может флешки и отформатировать, и в то же время может на них записать изообраз. Вот. Нормально, хорошая программулина. Вот. Ну, давайте подождем, что тут произойдет с созданием живого, как говорится, образа. Ну, я очень сомневаюсь, что он на систембаке будет, систембак на девятке будет работать, потому что все-таки данная сборка, данный дистрибутив, он основан на Debian 9. А что там они натворили, значит, с совместимостью систембаком в девятке, значит, я не знаю. Это уже, как говорится, скажем так, ответственность создателей дистрибутива. Вот. Ну, скажем так, по крайней мере, ну, в данном дистрибутиве, основанном, кстати, на Debian, ну, по крайней мере, к пользователям было уделено, ну, максимальное внимание. То есть практически большинство программ просто-напросто нормально ставится. Ставится или через Synaptic, значит, или ставится, значит, по сети ищется дебиановский файлик, и ставится дебиановский файлик. Вот практически и все. Здесь нет привычного, как в Cinnamon, там менеджера программ, красочного, чтобы по нему нормально поползать. Но синаптики, конечно, все-таки нужно знать название программ, которые вам, как говорится, нравятся. Но тем не менее. Вот. А так, значит, ну, я могу сказать, что тот же Conky менеджер. Ну, взял это самое, файлик скачал, да и поставил, и все проблемы. Вон, Тимка работает. Ну, по каждой там кнопке там тыкать я, как говорится, вам тут не буду. Вот. Но поверьте, что большинство программ, значит, заявлено и работает нормально. Вот. Ну, и как вот соотнести вот группу из 3, как говорится, энтузиастов. Debian считается родоначальником вообще там чуть ли не всех Linux.
Вот. Ну и как после этого относиться там к этой организации, когда у них дистрибутивы, да ни черта никуда не годятся. А тут люди вот все-таки обзаботились о пользователях. Вот в чем речь-то. И кому интересно, вот возьмите, попробуйте. Идеи у них хорошие заложены. Значит, да и сами там они не очень-то стесняются там говорить о том, что является там их целью там и так далее. Вот, с 2014 года перешли, значит, с обновлений с ежемесячных на ежеквартальный. Ну и правильно сделали, оставили время, так сказать, больше для разработчиков. Вот. То есть вот... Я всегда вот относился там к супер там большущим компаниям. Я всегда говорил, чем больше народу, тем меньше кислорода. Ну, так вот получается, очевидно, и с официальным Debian. Вот. Да просто невозможно толком поставить его на нормальный компьютер. Я не скажу, что у меня там слабый-то компьютер, но посмотрите, ну, нормальный средней руки компьютер. Самый, как говорится, там обычный там рядовой. Ну вот, давайте глянем. Вот система моя. Ну что, ну, значит, девятка стоит, установлена один рабочий стол X-Face, но я себе дополнительно установил еще рабочий стол Cinnamon, он мне больше нравится. Вот, ну вот процессор, ну что, ну пятое ядрышко, ну и чего, по 3 ГГц, 4 процессора, нормально, оперативка, нормально. То есть абсолютно, скажем, ну, скажем так, нормальная конфигурация средней руки. Ну вот создание изообраза закончилось. Значит, он получился тут даже вроде бы как и поменьше, 2,3 гигабайта. Ну давайте посмотрим. Откроем виртуальную коробочку. Настроить. У меня все настроено, только носитель поменять. Ну, давайте его и выберем. Ну, скорее всего, вот этот. Потому что этот был просто, а этот вот таким. Ну, давайте посмотрим. Да, ну и по времени создания, вот. Откроем и запустим. Так, единственное, что у меня бывает, тормозит иногда. Я сейчас просто-напросто закрою браузер, чтобы поменьше памяти ело. Ну, давайте запустим, посмотрим, какие тут будут чудеса. Ну, Enter нажмем. Вот появилась приветственная табличка, и вот здесь вот, вот у меня настроен на рабочий стол Cinnamon, хотя могу запустить его, значит, по дефолту, вот как X-Face, без разницы, то есть два рабочих стола. Так, я стартовал с флешки. Ну, это видно, во-первых, вот и вот здесь. И вот видно, что на жестком диске у меня ни один раздел не присоединен. А вот флешечка, значит, 2.30 использована и свободно 1.5. Значит, ну что, куда будем ставить? Будем ставить... Пытался я что-то такое сюда ставить. Ну, давайте, так, вот, форматнем в Extension 4.
Теперь, значит, пойдем откроем System Bug. И будем ставить на восьмой раздел. System Copy. Вот восьмой раздел. Отмечаем его как корневой. Отметим также swap раздел. Вот. И у девятки, у всех дебянов, вот сейчас такая табличка будет выскакивать. Смотрите. Там 30 секунд начало было там. Вот. Стабильная, значит, выскакивает табличка. Значит, копирование, значит, системы прервано. Leaf образ не может быть примонтирован. Вот и весь сказ. Что там творили и думали там создатели дистрибутива девятки, я, сказать, не знаю. Мне программа SystemBug нравится. Она легко создает копии текущие состояния операционной системы. И вот такая вот, скажем, незадача. То есть я смогу с помощью, значит, этой программы восстановить, значит, копию, значит, не из образа, а вот созданного самой программы SystemBug в своем собственном формате. Это пожалуйста. А из образа я использовать не могу. Хотя, находясь на этой флешке, я могу, значит, пользоваться там интернетом, там копировать, там сохранять, смотреть там видеоролики, офисными там приложениями самыми различными там пользоваться. Да без проблем. Но вот записать ее, как это на восьмерке делалось, не удается. В чем дело, значит, я понять не могу. Да и не собираюсь. Пусть уж разработчики этим будут обеспокоены. У них сейчас и так куча проблем. Когда простая команда из трех человек, в принципе, сделала то, на что сам прародитель не мог, как говорится, разродиться. Ну что такое? Ни сеть не цеплялась, ни большинство программ не старалось. Да вообще бардак. Вот. А эти вот ребята взяли, как говорится, и утерли нос маститым. Вот таким вот образом. Поэтому, значит, я вам ссылочку на этот сайт оставлю под видеороликом. Сможете пойти, скачать себе дистрибутивчик, взять его, настроить. Ну, по крайней мере, таких проблем с сетью у вас уже точно не будет. Да и большинство программ, вот они все здесь, как говорится, находятся. Вот. Ну, ладно. На этом, значит, я прерываюсь. Да, в принципе, желаю вам всего доброго и до новых встреч.